Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Возьму на себя представление комментаторов сегодня. Как вы уже могли догадаться, бессменная пара. Трудится для вас Георгий Черданцев и Константин Генич. Очень ждали мы этот матч, скорее бы начало. Одно удовольствие работать в такой атмосфере и с такими классными командами. Посмотрим, будет ли эта игра сегодня им в удовольствие. Мяч потерян. Есть на фланге пространство. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Отдает он мяч партнеру. Ох, опасно могло быть. Такой удар классный. Пойди такой удар в створ у вратаря. Были бы большие проблемы. А так миновала опасность. Тяжело было этот мяч принять, но у него получилось. С мячом вперед он идет. Мяч сыгран. Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Возьму на себя представление комментаторов сегодня. Как вы уже могли догадаться, бессменная пара. Трудится для вас Георгий Черданцев и Константин Генич. Очень ждали мы этот матч, скорее бы начало. Одно удовольствие работать в такой атмосфере и с такими классными командами. Посмотрим, будет ли эта игра сегодня им в удовольствие. Мяч потерян. Есть на фланге пространство. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Отдает он мяч партнеру. Ох, опасно могло быть. Такой удар классный. Пойди такой удар в створ у вратаря. Были бы большие проблемы. А так миновала опасность. Тяжело было этот мяч принять, но у него получилось. С мячом вперед он идет. Мяч сыгран. Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Возьму на себя представление комментаторов сегодня. Как вы уже могли догадаться, бессменная пара. Трудится для вас Георгий Черданцев и Константин Генич. Очень ждали мы этот матч, скорее бы начало. Одно удовольствие работать в такой атмосфере и с такими классными командами. Посмотрим, будет ли эта игра сегодня им в удовольствие. Мяч потерян. Есть на фланге пространство. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Отдает он мяч партнеру. Ох, опасно могло быть. Такой удар классный. Пойди такой удар в створ у вратаря. Были бы большие проблемы. А так миновала опасность. Тяжело было этот мяч принять, но у него получилось. С мячом вперед он идет. Мяч сыгран.